Всем здравствуйте! Пока поклонники радовались скорому возвращению Андрея Губина на сцену, Рустам Солнцев сообщил печальную новость. Артиста сгубила страшная болезнь. О перезапуске карьеры звезды нулевых накануне торжественно рассказал Стас Борецкий. Шоумен лично взялся за раскрутку нового образа Губина. По словам экс-участника группы «Ленинград», мальчик-бродяга Андрей Губин превратится в шансонье по имени Губа. Грандиозное возвращение было запланировано на октябрь. Артист работал над новым альбомом. Но, по всей видимости, этим планам сбыться не суждено. Блогер Рустам Солнцев объявил, что как артиста Андрея Губина давно нет. Никакого возвращения не будет. Жизнь Губина как артиста безвозвратно оборвалась. Его больше нет. У него неисправляемые ментальные дефекты появились. И вы это знаете, он болен, ему нужно наблюдаться у врача, объяснил Рустам. По словам Солнцева, Губину нужно лечиться, без определенных препаратов исполнитель не может нормально функционировать. Ему нужно все что угодно, но только не сцена. Сцена это не вылечит, она может это усугубить, заявил блогер. Напомним, что любимец миллионов россиянок ушел из шоу-бизнеса 15 лет назад. У Андрея Губина выявили болезнь нервной системы, левостороннюю прозопалгию лица. Недуг прогрессирует с каждым годом. Недавно певец жаловался, что левая сторона его тела нестерпимо болит, а по прогнозам медиков, он вскоре может лишиться зубов. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.